надкостницы у нас полнослойный лоскут. Потому что мы перемещаем на голую поверхность корня без клеточного цемента, да, то есть там нужно создать новое прикрепление соединительно-тканное только за счет того, что там надкостница будет. Или в случае, если у нас вообще нету кератинизированной десны, да, то тогда там будет показано применение аутотрансплантата, но это есть в таблице, это двухэтапные методики. Применение аллотрансплантатов именно в целях устранения рецессии десны. Первая публикация проявилась в 1981 году. Французский парадонтолог опубликовал работу, исследование по применению аллотрансплантатов лиофизированной твердой мозговой оболочки. Препарат у них каким-то там коммерческим названием он назывался, это не суть важно. Смысл, что методика лиофилизации твердомозговой оболочки, ее консервации, хранения и стерилизации была аналогична. Он применял достаточно успешно аллотрансплантат при устранении рецессий десны и увеличении толщины кератинизированной десны. Но впервые вообще задумались о применении каких-либо альтернативных вариантов аутотрансплантата достаточно давно и начали применять нерезорбируемые мембраны. Нерезорбируемые мембраны, в общем, показали себя с данной методикой для устранения рецессии, для утолщения кератинизированной десны с не лучшей стороны, поскольку они требовали повторное хирургическое вмешательство. Далеко не всегда они образовывали биосовместимые были, далеко не всегда они были полностью резорбировались или частично резорбировались, то есть, чтобы оставалось только усиление титановое. От этого метода отказались достаточно быстро, стали применять коллагеновые мембраны ксенопроисхождения и аллопроисхождения. Одна из самых известных алломембран, да, аллотрансплантатов, применяемых импортных, это аллодерм препарат. Его достаточно широко применяют в Европе, так же, как лиофизированную твердую мозговую оболочку, они тоже также широко применяют в этих же целях для устранения рецессии десны, для утолщения толщины, увеличения толщины объема толщины кератинизированной десны в области рецессии, для создания кератинизации дополнительной. Аллодерм — это, по сути, кожа, это не твердая мозговая оболочка, это совершенно другой препарат. Он принципиально отличается по клеточному составу, он имеет другую видоспецифичность для человека, и он более толстый. Чем он отличается от твердой мозговой оболочки? Клинически эффект он дает в 75% случаев по источникам, по исследовательским, по научным. Особенности применения и показания к применению твердой мозговой оболочки – это двуслойная методика при устранении рецессии десны. При устранении рецессии десны, сочетающейся с абразией твердой ткани зубов и без нее, утолщение биотипа десны или утолщение, увеличение толщины кератинизированной десны в области слизистой альвеолярного отростка, я имею в виду беззубую слизистую, в зоне дентии, в каких-то превентивных случаях перед костной пластикой или перед зубопротезированием, съемными протезами. И в сочетании с вестибулопластикой, закрытой методикой для, опять же, увеличение толщины кератинизированной десны, создание большего и лучшего объема мягкотканного комплекса в области предполагаемых либо хирургических вмешательств, либо протезирования съемными протезами. Показания к применению твердой мозговой оболочки. У нас есть таблица с вами. Там она выделена везде, обозначена, можно ли ее заменить на аутотрансплантат, можно ли пользоваться только твердой мозговой оболочкой. И есть также методики и клинические ситуации, которые также описаны в этой таблице, в которых применение твердой мозговой оболочки противопоказано.
Показанием является применение твердой мозговой оболочки, тонкий биотип десны в области рецессии десны. Но мы с вами уже поговорили о том, что мы вот этими терминами тонкий, средний и толстый, наверное, как-то не самое корректное апеллировать. Мы будем говорить о толщине кератинизированной десны, миллиметр и менее миллиметра. Менее миллиметра предполагает использование твердой мозговой оболочки, даже если рецессия у нас первого класса и она не превышает 2 мм. Также толщина кератинизированной десны или тонкий биотип менее миллиметра толщина десны кератинизированная у ортодонтических пациентов. Имеется в виду те пациенты, которые планируют ортодонтическое лечение. В данном случае мы говорим о превентивном увеличении толщины кератинизированной десны в области предполагаемых корней зубов, которые будут двигаться или перемещаться в вестибулярную сторону. Таким образом, мы провели работу с ортодонтами. Как правило, в таких клинических ситуациях страдают медиальные корни, медиально-щечные корни верхних первых маляров. При расширении дуги они несут достаточно большую нагрузку, поскольку в этой области есть либо первичная дегесценция костной ткани, либо повторная постортодонтическая. Самым частым осложнением ортодонтическим в этом участке является рецессия в области, щелевидные высокие рецессии, либо с образией твердых тканей, либо без, именно в области медиально-щечного корня первого маляра. В таких случаях клинических можно использовать перед ортодонтическим лечением превентивно применение твердой мозговой оболочки. Ее устанавливают под полнослойный слизисто-костичный лоскут, ушивают, и таким образом через 3 месяца можно приступать к ортодонтическому лечению с определенной долей уверенности, что рецессии у вас не произойдет. Потому что естественно, что любой ортодонт вам скажет, что рецессия десны после ортодонтического лечения является осложнением ортодонтического лечения. Несмотря даже на то, что, конечно, от ортодонтов мы получаем самый большой приток подобных пациентов. По поводу устранения рецессии любыми методиками перед ортодонтическим лечением, корректно консультироваться с ортодонтом, с которым вы работаете, непосредственно в каждой индивидуальной клинической ситуации, потому что это зависит от необходимости ваших вмешательств, зависит не только от того, что имеет в наличии пациент в данной ситуации, клиническую, да, картину, которая у него в полости рта есть, но и то, в какую сторону будет перемещаться зубы, на какой технике будет работать доктор, какой методикой, какое будет перемещение корпусное, некорпусное, вестибулярное, оральное. Все очень такое консультативное, индивидуальное в этом случае. Поэтому мы говорим только о превентивных некоторых работах, но при толщине кератинизированной десны менее 1 мм ортодонтическим пациентам превентивно показано утолщение зоны кератинизированной десны. Также показанием для применения твердой мозговой оболочки является отсутствие кератинизированной десны. Мы говорим о зоне преддверия или о зоне будущего вмешательства для костной пластики, когда при длительном отсутствии адентии произошла атрофия не только костного комплекса, но и мягкотканного. В таких случаях проводят вестибулопластики закрытой методикой, то устанавливая туда твердую мозговую оболочку, которая выполняет функцию именно с точки зрения увеличения объема толщины мягкотканного комплекса. Единственным противопоказанием абсолютным для применения твердой мозговой оболочки, помимо же нежелания волеизъявления пациента и каких-то
особенностей, связанных именно с личностным характером вашим или пациента, это клинически, это невозможность перекрытия твердой мозговой оболочки слизисто-надкостичным лоскутом. В тех клинических ситуациях, в которых методика не предполагает полного ушивания первичным натяжением, и есть риск недостаточной мобильности лоскута слизисто-надкостичного, применение твердой мозговой оболочки противопоказано. Клинически это выглядит таким образом. Обнаженный участок твердой мозговой оболочки в течение 2-3 дней покрывается фибринозным налетом и некротизируется. Именно то до края слизистого лоскута, из-под которого оно может как-то там быть видно или так далее. В общем, это является противопоказанием, и твердую мозговую оболочку обязательно надо перекрывать полностью слизисто-надкостичным лоскутом.